Мы пойдем искать это эльфийское святилище или куда-то еще. Это можно, но ведь есть другое дело, требующее нашего внимания. Мы нашли Хавгуфу на равнине, госпожа. Ей было так больно. Теперь она свободна, но где-то под запретными песками томится еще одна. Хавгуфа? Я не видела их с самого детства. Что же еще? В Альфхейме есть тайная библиотека эльфов. Показывай дорогу. В своих странствиях я слышал о великой битве на твоей родине, в месте под названием Врата Огня. Жаркие врата. Ты там был? Нет. Я слышу сожаление. Я жалел, что не погиб там много лет, но больше не жалею. Фрея, мне всегда было интересно, почему Фрейра стали так почитать, когда он только появился? Начнем с того, что это был не первый его визит. Фрейр был одним из тех, кто прибыл в Альфхейм, когда путешествовать между мирами мало кто умел. Да? Давненько это было. Скажи. Мы считали, что все великаны погибли во время потопа. Но затем в Анахейме объявилась великанша. Стой. Потом закончим. Меня заинтересовало несколько необычных растений. Твой интерес – твоя беда. Я не обязана во всем тебя просвещать, Мимир. Я просто хотел спросить. И тебе ответили. Да, не поспоришь. Большая часть песка сошла, но затем перевалом бушует еще одна буря, а значит... Еще Хавгуфа! Похоже, светлые эльфы заперли эту часть равнины. Зачем? К счастью, одна мудрая богиня заколдовала наш резец, и мы можем открыть замок. О, и правда, к счастью. Дальше лежат запретные пески. По словам Бейлы, это спорная территория, и там нас ждет новая буря. В детстве мы с Фрейром бывали в этом мире. Тогда пустыня была полна жизни. Боюсь, наши усилия тщетны. Эту эпоху уже никогда не вернуть. Может и так. Чтобы излечить эти земли, недостаточно спасти парочку хавгу. Но я полагаю, в долгосрочной перспективе Альфхейму станет лучше. Лучше поискать вход в подземелье! Ищите вход в пещеру!
Надеюсь, Фрейр будет доволен тем, что мы сделали в пустыне. Интересно, знает ли он, как страдает этот мир в его отсутствии? Да. Услышать снова песнь песков, даже одиночную, редкое удовольствие. Будет дуэт, когда спасем эту Хавгуф. Какая архитектура? Не похожа на темных эльфов. Судя по виду, это древнее поселение. Возникло задолго до светового колодца. И здесь материя Улья. Значит, мы на верном пути. Нет. Может, я достану снизу? Эта материя улья восприимчива к звуку. Странно. Когда мы были тут в прошлый раз с Атреем, я подумала, как странно, что в Альфхейме нет его света. Я не поняла, что его закрывают ульи. Да. А вот темным эльфам кажется странной эта колонна света в центре храма. Посмотри, какие древние стены. Они старше светового колодца или даже нашей плененной Хавгуфы. Какая интересная точка зрения, Мимир. Ну, повиси-ка несколько зим на крепкой заднице бога войны, и тебе тоже откроются различные точки зрения. Сработало. Враги слева! Брат, этот уродец сейчас взорвется! Yeah!
снизу. Браво, брат! Земли переходят из рук в руки, по всей видимости. Бюгвер говорил, что эти руины исторически важны для светлых эльфов. Видимо, они не хотят пускать сюда чужаков. Ну, они попытались. Тот труп внизу мог бы с этим поспорить. Этот улей загораживает нам путь. Надо с ним разобраться. Меткий глаз. Ну что, идем дальше? Сзади!
сзади враг! Надеюсь, на свободе этих авкупы начнут размножаться. Какое это было зрелище! Небеса Альфхейма полнились их песнями. Наверное, эта парочка выросла такой большой из-за недостатка свежего света. Зачем заводить детей, если их не прокормить? Желание защитить детей от жестокого мира. Как знакомо. Интересно, понимают ли они, какое решение им предстоит принять? О каком выборе ты говоришь? Таков жизненный цикл Хавгуф. Чтобы завести потомство, они должны передать свет своим детям. А без света они умрут. Каждый из нас мечтал об этом. Когда твоя смерть имеет смысл, и жизнь продолжится в детях. И будь у меня выбор, я знаю, что бы решил. Славно, еще немного. Теперь назад на поверхность. Пройдет!
трубка. Очевидно, важный элемент его благословения. Участь этих созданий напомнила мне одну легенду. Да что ты? Однажды царь приказал своему кузнецу выковать ящик, который бы удержал в себе все зло этого мира. Но металл не выдержал бы такой мощи, и кузнец использовал пламя. Кратос, эта история должна была сделать мне легче? Может, это просто история, чтобы скоротать время. Спасибо за поддержку, но... Твои истории... Что с ними не так? Я бы не сказала, что они утешают. Это правда. Мимир рассказывает лучше. Ну не прибедняйся, брат. Красноречий ты сильно поднаторел. Ничего. Чем закончилось, Кратос? Дочь кузнеца стала ключом от этого ящика. Он умер, защищая ее от жаждавших открыть его. Какая знакомая история. Похоже, мы злоупотребили гостеприимством Альфхейма. Снова. Пора остановить бурю. Ha!
Если мои истории тебя не утешают, подумай о том, что сделала то, что считала лучшим для жизни своего сына. Даже эти твари понимают, у родителей нет выбора. Ты не одинока. Надеюсь, что так. И они теперь тоже. Невероятно. Песнь песков. Да. Какой сентиментальный. Как красиво. Спасибо, Кратос. Эта земля снова поет. Мы сделали хорошее дело. Нам же некуда спешить. Кто знает, какие приключения ждут нас на залитой светом равнине.